В этом видео вы увидите бестопливный генератор Джона Серла. Репликация. Этот БТГ-генератор, пожалуй, является самым загадочным генератором из всех представленных генераторов свободной энергии. Это магнитный генератор Джона Серла. Это устройство свободной энергии обладало поистину впечатляющими свойствами. При работе оно теряло вес, а также температуру. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. Добро пожаловать на канал Запрещенной Науки. Сегодня мы посмотрим бестопливный генератор Джона Серла, репликацию его рабочей модели БТГ-генератора. Ну что ж, друзья, сегодня опять приоткроем маленький шажок в сторону секрета генератора Джона Серла, который работал на магнитах при круговом движении и якобы работал на том, что идет магнитная волна. Сразу скажу, что секрет здесь один уже стал понятен. Как говорит Сириус, нам нужно понять физику процесса, и тогда мы сможем понимать, как это дело заставить работать. Если мы не поймем физику процесса, как это дело работает, например, на резонансе, на волне, еще на чем-то, то если мы не понимаем этого, мы никогда не построим подобный БТГ-генератор. Вот, сегодня советую вам обратить внимание в видео про генератор Джона Серла на то, что если вы делаете все правильно, этот генератор будет в центре охлаждать воздух и сам себя. То есть, если генератор охлаждается, вы на правильном пути. На самом деле, не очень советую заниматься вам этим генератором. Возможно, он слишком сложный в построении и слишком дорогой. Но сегодня мы посмотрим, как один из искателей свободной энергии все-таки решился построить этот генератор и добился некоторых успехов. Все, приятного просмотра, обязательно ставьте лайки, распространяйте видео, а также если вы что-то изобрели и хотите этим поделиться, обязательно пишите в комментариях или скидывайте мне видео в личку. Все, поехали! We'll be right back.
Ну что, друзья, на этом все. Вот такое вот видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И совсем скоро я уже начну показывать вам первые эксперименты. Поскольку я был занят, и скоро у меня будет свободное время. И как раз таки поэкспериментируем на тему БТГ-технологий. Все, пока-пока.